Друзья, всем привет! Сегодня сделаю простейшую самоделку, а точнее приспособление, которое вам пригодится для строительства и ремонта. Для этого нам потребуется кусок какой-либо доски и шпатель. Доска у меня 100 на 20, а шпатель 300 мм шириной. Делаю разметку на доске. И пилю на торцовке. Два более длинных куска доски дополнительно пилю под 40 градусов. Приспособление почти готово. Теперь приступаю к процессу сборки. Посмотрите пару минут, как я это буду делать, и увидите, что по итогу у меня получится. Готово, идем тестить. Те, кто следит за моим каналом, уже знают, что у меня идет небольшая стройка, а именно к дому пристраивается котельная из пеноблока. Вот эта самоделка сделана как раз для облегчения и ускорения этого процесса, так как за пару минут можно собрать не что иное, как каретку для нанесения клея. Просто заливаем в форму клей и протягиваем. Получится быстро ровное нанесение клея. Причем для длинных стен можно сделать такую каретку из более широких досок. И все, клея поместится больше. Идея далеко не новая, есть и заводские исполнения. Но я часто замечал, что многие о такой приспособе даже не знают. А в заводском исполнении покупать не хотят, потому что не везде продается и потому что не хотят тратить деньги. Так что, друзья, может кто-то не знал, что можно сделать такое приспособление. А посмотрев мое видео, узнает об этом. А на этом на сегодня все. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения и до новых встреч!